Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами погадаем, очень необычный расклад у нас будет на домино. Тут будет несколько вариантов расклада на домино. На одну фишку и на три фишки для вас на судьбу. Но гадать на домино можно только в одном случае, если вы месяц не гадали на домино. Вот я сразу предупреждаю, что вот я сейчас буду вот размешивать, а вы должны прям вслух или шепотом, или про себя хотя бы произнести этому домино, что вы не гадали на домино месяц, последний месяц. То есть, что с последнего гадания месяц уже прошел. Вам прям это нужно обязательно сказать. Домино размешивается только против часовой стрелки. Помните об этом. Только против часовой стрелки. На судьбу, что вас ждет на домино. Мы будем делать на каждого из вас два предсказания. Краткое предсказание и развернутое предсказание. Так, что еще хочу тут сказать? То, что вот как мы будем распределять сегодня позиции? Первая позиция – это у кого в дате рождения есть ноль. Вот именно в цифре рождения. То есть вы, допустим, вы родились 10 числа. В цифре рождения у вас есть 0. 20, 30, да, это вот первая позиция. И 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. То есть это тоже есть 0 в дате рождения. Именно в цифре рождения, да. Это не полная дата, где у вас там, допустим, вся дата, где и день, месяц и год рождения. Только в дне рождения, да. Только в дне мы смотрим. То есть вот те, кто родились, получается, с 1 по 10 число включительно, и 20 и 30. Вот это первая позиция у нас будет. Вторая позиция – это те, у кого в дате рождения есть один, цифра один, именно в дне рождения. Ну, то есть, сами понимаете, 1, 11, там, 21, 31 число тоже, да? 1, 11, 21, 31, и все на десятку. 10, 11, 12, 13, ну и так далее. Там везде, где есть единица. То есть у вас не одна позиция будет, не одна. Вы будете смотреть не одну позицию, да? Обязательно такое. Практически все будут смотреть не одну позицию. Но есть те, кто будет одну смотреть. Третья позиция. У кого в дате рождения есть двойка? Да? Второе число, 22, 12. И все на 20, да, числа. 21, 22, 23 и так далее. И четвертая позиция. У кого в дате рождения есть тройка? То есть 0, 1, 2, 3, да? Именно в дне рождения. Поняли как? Хорошо. Смотрите, я размешала домино. И первое гадание у нас с вами, это будет именно краткое гадание на ближайшую судьбу. Мы для вас с вами будем доставать по одной кости на судьбу, да? И дальше будет развернутое гадание на ближайшую судьбу, там на ближайшие, там, может быть, полгода, год, если кто сколько загадает, или на месяц, если хотите загадать, на три кости уже, более развернутое. Можно какой-то вопрос задать, это уже как хотите. Ну и для тех, у кого в дате рождения есть ноль, давайте смотреть гадание краткое на судьбу, на ближайшую судьбу. У вас вышла фишка 5-1. 5-1. Что она означает? Она говорит о том, что вас ждет большое счастье, но именно в браке, в любви, в супружестве, да, как говорят, или большое богатство. Но выбирать надо. То есть вот либо счастье в любви, в семейное счастье, там, с мужем, с женой, или там в личных отношениях, в серьезных отношениях, либо богатство. Вот как бы нельзя взять и то, и другое. Вот для тех, у кого в дате рождения есть ноль, это вот такая
такое краткое предсказание на ближайшую судьбу, на ближайшее время, я бы сказала, да? То есть либо любовь большая и семейное счастье, либо богатство. Для тех, у кого в дате рождения есть единица. Ага, вышла у нас фишка 3-2. Ну, 3-2 показывается, что вам удастся быть, может быть, выше любых повседневных забот, дел, рутины. И тогда вас посетит в жизни большая светлая любовь и счастье. Вы знаете, вот такая фишка 3-2, это очень хорошая фишка. У кого есть в дате рождения единичка, она вам принесла счастье именно в любви, но вам нужно отстраниться от того, что у вас есть именно в быту, в работе, вот каждодневное, все вот такое одинаковое, вы должны из своей жизни убирать. Или хотя бы от этого иногда отстраняться, ограждаться и посвящать время себе, прогулкам, выездам, там, не знаю, посиделкам с подружками, с друзьями, вот что-то необычное вводить в свою жизнь, и к вам придет очень большая, светлая, чистая любовь и дружба. Хорошие взаимоотношения с людьми, то есть это вот ваше ближайшее будущее. У кого не хватает именно личных отношений, любви, вот именно большая любовь вас ждет. Хорошо, у кого в дате рождения есть двойка, ближайшее будущее, как говорится, судьба, да, судьба, что принесет в самом ближайшем будущем. 3-0 у вас выпало, именно 3-0, смотрите-ка. Ну, что могу сказать, что у вас, если есть личные отношения, то они будут продолжаться, но их главное контролировать. То есть, когда вы пускаете личные отношения на самотек, они могут дать слабину, прекратиться, уйти в рутину. Вам нельзя никогда брать и вот эти личные отношения просто пускать на самотек. Вот и все, это вот ваше предсказание, что если вы будете контролировать ваши любовные дела, то никаких причин для беспокойства у вас в ближайшем будущем не будет. Если же вы отпустите на самотек, то вы потерять можете. Это первое. Второе, для одиноких можете встретить свою любовь, но не упустите ее. Не упустите это судьбоносное знакомство. Потому что иногда кажется, когда ты человека только встречаешь, да, что это может быть ерунда. Просто знакомство, не твой человек. Но нужно быть внимательнее, потому что на самом деле это как раз-таки человек, который вам и нужен. Просто не пропустите его. Можете пройти мимо судьбы вот по этой фишке. Вот. И вообще фишка благополучная, но только если вы не ослабляете контроль над своей жизнью. Если вы не спускаете все с горы, как говорится. Для тех, у кого в дате, в цифре рождения, вот в дне рождения, есть тройка. Давайте посмотрим вот эту фишку, наверное, я возьму. Предсказание на ближайшее будущее, что судьба приносит вам, преподносит, да? Ух ты, какая интересная вам фишка выпала. Вам выпала дубль 6. Это же очень интересно. К вам судьба очень благосклонна, у кого тройка есть в дате рождения. И вы будете успешны как в любви, так и в денежных делах. То есть вам и богатство идет, и успех в личной жизни. В самом ближайшем будущем, в скором времени. Фишка счастливая. Можете, не знаю, там выиграть что-то, разбогатеть с помощью хорошего высокого дохода, с помощью, может быть, поднятой зарплаты или бизнеса, там, может быть, с помощью социальных сетей или случайным образом какая-то идея приходит в голову, и вы разбогатеете. Дубль 6 всегда дает большое счастье, процветание, удачу и радость. То есть вас в ближайшем будущем точно ничего беспокоить не будет. А еще и, скорее всего, случится нечто волшебное, приятное. Исполнение желания, мечты. Ну, хорошо. Так, краткий прогноз мы дали. Пройдем дальше. Более развернутый прогноз на тот срок, какой вы загадали. Вы можете на полгода погадать. Можете на месяц погадать. Развернуто, да, на этих фишках. Можете там на 2 месяца, на 3 месяца, как вы загадаете, на год, да? Хорошо, давайте посмотрим наш следующий прогноз.
И напоминаю, что если у вас две цифры, встречающиеся, там 0, 1, 2, 3, вот они обе могут какие-то из них встречаться, значит, вы две позиции и смотрите. Выбираем три фишки. Для тех, у кого в дате рождения есть 0. Есть 0. Смотрите, какие у вас интересные выпали фишечки. Первая фишка у нас 4-3. Она означает, что вы... Ну, как будто бы ожидали от жизни чего-то очень хорошего, светлого и прекрасного. И ждете давно. И вам казалось, что для исполнения вот этого прекрасного много проблем, препятствий. А оно раз и неожиданно случится. Вот вы будете очень счастливы, рады от того, что это вдруг произошло резко. И вы сами от себя как бы не ожидали, да, что в тот срок, который вы загадали, это все исполнится. А вы думали, что еще долго. Вы очень об этом мечтали, очень этого хотели. Думали еще долго. И думали, что очень много для этого есть каких-то препятствий. А их нет. Вот оно исполнится, оно сбудется. Оно для вас может неожиданным образом сбыться. Совершенно неожиданным. И вам будет очень хорошо и приятно. 3-1 у нас показывает, что вас волнует какой-то вопрос, ну, как бы важный для вас. Вот именно вопрос, как бы, вот, допустим, любишь ли ты меня? Или дашь ли ты мне вот это? Или куплю ли я? Или будет ли вот это моим? Или выздоровлю ли я? Или еще что-то такое. И вот как раз для этого вопроса много препятствий. Но есть информация, которая в скором времени вас по этому вопросу очень удивит. И вы сможете эту информацию использовать, чтобы это исполнить, и чтобы все препятствия устранить по этому вопросу. А вопрос сложный. Вам поможет какой-то совершенно посторонний человек, чтобы вот это исполнить, и чтобы у вас вот это сбылось. Но сначала вы получите именно информацию. Информацию, потому что это удивительная для вас будет информация, что вот оно решается. Но вы знаете, что по вот именно этому волнующему вопросу, даже немножко страшному для вас, вот как будто вы как бы боитесь этого вопроса, вот по нему правда есть препятствие, и вы знаете, что есть. Но вот эта информация принесет вам удивление, облегчение, и какой-то человек поможет. И на тот период, что вы загадали, еще 1-0 у нас, или 1-пусто выпал. Конечно же, эта фишка, кость, означает, что кто-то посторонний вам сообщит что-то очень интересное. И вот эти новости, которые этот человек вам сообщит, можно будет использовать и хорошо при этом заработать. Но не будьте к этому человеку слишком доверчивы. Не будьте. Все проверяйте, всю информацию проверяйте. Не так-то все просто. Но и какая-то именно от постороннего придет информация, да, и вы очень хорошо заработаете. Так, смотрим следующие фишки на загаданный срок. Можно разные сроки на них загадывать. Если у вас в дате рождения там есть эти цифры, да. Если у вас в дате рождения единичка, давайте вот брать фишки. Так, 6-1, пусто-пусто и 3-3. Какие интересные у вас выпали фишки, единички мои. В тот срок, который вы загадали, вот эта вот фишечка 3-3 приносит невероятно большие деньги и хороший заработок. Очень большая удача в деньгах, вот эта фишечка очень большая. Но раз у нас выпали две пустоты, только через обнуление идет ваше богатство. Получается, что вот... Богатство придет, если начать что-то новое, заново, с нуля, на новую работу пойти, заняться новым бизнесом, новым делом, продвигать новую идею. И только через это обнуление, новое начало, новое ноль, да, новое начало, вы сможете заработать вот тот срок, который загадали, большие деньги. Но деньги будут, правда, хорошие. Вы можете разбогатеть за счет этих двух троек. 6-1 показывает у нас, что есть такой момент в вашей жизни, вот как наступление белой полосы.
все ваши проблемы заканчиваются, и начинается светлая вот эта белая полоса в жизни. Но тогда до этого была, скорее всего, какая-то темная полоса. Много было проблем. У вас появится очень хороший друг в загаданный срок. И, естественно, может такое быть, что любовь большая будет с каким-то надежным человеком. И может означать вот эта фишечка свадьбу. Вот представляете, а свадьба, обнуление и большие деньги. Вот что единичкам принес прогноз на загаданный срок. А срок вы, конечно, все загадываете разный. Хорошо, давайте посмотрим двоечки, да, вот у кого в дате рождения, в цифре рождения есть двойка. Именно вот в числе, именно в дне рождения, да. Ну, допустим, вы родились 21, 22, 25 числа. Или 2 числа, там, 12 числа, 20. Первая фишка – это 4-2. Так вот кладем. Вторая фишка – это 0-4. И третья фишка – это 5-6. Ну, давайте теперь о них поговорим. Ну, 4-2 – это как бы перемена в жизни. То есть перемена, которая, ну, как будто бы вот такая крутая, да, переворачивает вашу жизнь, кардинальная какая-то перемена. Но, опять же, вот перемена какая? Может быть, смена работы, деятельности по этой фишке. Или как будто бы смена места жительства даже иногда. А иногда показывает, вот как бы есть друг, но он вам не друг. И перемена связана именно с тем, что вы понимаете, что на самом деле это вовсе не ваш друг. И решаете от него отказаться, уйти, перейти в другое место подальше от этого человека, держаться. Потому что вам кажется, что вот рядом с недругом вам делать нечего. И меняет эта вот перемена вашу жизнь сильно к лучшему. То есть у вас какая-то прям вот в тот срок, что вы загадали, кардинальная перемена идет. Может быть, место жительства вот, или работы. Чаще всего именно так показывает. 4-0 говорит о том, что вы получите скоро очень большую новость, очень важную для вас. Но какое-то дело, вот, которое вы задумали, оно немножко откладывается. Может быть, даже вы сами его решите отложить, это дело, в связи с вот этой новостью, потому что займетесь чем-то другим. Но также 4-0 может просто вот означать, что приходит какой-то гость неожиданный, вы получаете какие-то неожиданные известия от человека, от которого уже отчаялись получить известия, или важный разговор с важным для вас человеком, который решает многое. И в ближайшем будущем по 5-6, это очень благоприятный знак, 5-6, или 6-5, как вам больше нравится, да, это очень хорошая фишка, она счастливая. Она говорит о том, что если вы к кому-то очень по-доброму поступите, вот в чью-то сторону, то этот человек потом в вашу сторону сделает такое добро, которое вы будете годами помнить. То есть вот есть какие-то люди в вашей жизни, будут появляться в ближайшем будущем, и вы должны, даже вот если вам кажется, что у человека все нормально, но все равно вот к нему отнестись очень хорошо, по-доброму, да? И вы увидите, насколько пойдет отдача, сильнейшая отдача от этого человека. Это изменит вашу жизнь к лучшему, вот по этой фишке, очень хорошая фишка. И еще она говорит о том, что какой-то у вас появится очень близкий друг или любимый человек, с которым нужно будет пройти испытания для отношений, то есть препятствия для отношений. Если отношения пройдут проверку, то это будет либо любимый человек на всю жизнь, либо друг на всю жизнь. То есть вот так. Но больше всего, конечно, касается именно того, что вот если вы кому-то сделаете вот что-то прям очень хорошее, а человек вам либо незнакомый, либо вот, ну, допустим, не совсем близкий, да, то это вам потом вот не просто сторицей вернется, а в тысячекратном размере. И даже, может быть, не от него, а от Вселенной просто. Но вы будете щедро, щедро вознаграждены. Так, следующая у нас дата рождения. Это тройки наши.
Вы загадали тот срок, да, и вот судьба. В этот срок какая у вас будет, что будет по судьбе? Давайте посмотрим. Значит, первая фишка 5-0, вторая фишка 2-0 и третья фишка 5-2. Вот давайте их вот так сюда будем выкладывать и будем смотреть. Вот, я начну все-таки с 5-2. В вашей жизни по этой фишке в загаданный период будет очень верный друг или очень верный любимый человек. И он окажет на вашу жизнь очень сильное влияние, невероятное влияние, но именно благодаря тому, что он от вас много чего терпит и предан вам, этот человек. И, ну, может быть, свадьба, например, может быть, все сильная помощь от этого человека. Поменяет он вашу жизнь к лучшему. И, может быть, рождение ребенка, свадьба, если это любимый человек, а, допустим, с другом, ну, там, бизнес совместный, какой-то проект совместный, что-то хорошее вместе, да, вот сделать. Или просто большая поддержка, вот. Да, эта фишка 5-2 иногда означает беременность, роды не только у вас, но и у близкого кого-то. Ну, там, у дочери, у внучки, все зависит от вашего возраста. У сына, там, жена, да, может рожать. Появление кого-то в семье, как новое начало, да, в семье именно, как прибавление идет. Может означать богатство в семье именно как бы за счет семейного бизнеса, общего такого тандема, да, семейного, и создание там этого бизнеса, вкладывание туда сил, и в итоге, ну, прибыль, да, получаете, прибыль. Что говорит 5-0? Ну, говорит о том, что вам придется утешить человека, который к вам пришел со своими бедами и проблемами. И, соответственно, вам нужно взвесить каждое слово, потому что слово не воробей, вылетит не поймаешь. То есть, если человек к вам пришел, жалуется на жизнь, его нужно утешить, а не отбронить. Его нужно поддержать в его проблемах, и это вам добро вернется, во-первых. А во-вторых, вы с этим человеком связаны кармически, и потом, когда-то этот человек сослужит вам очень серьезную службу. Ну, как говорят, ты не знаешь, кем станет человек, с которым ты сейчас общаешься. Я бы никогда про некоторых людей не подумала, кем они станут в жизни, понимаете? И какое влияние будут иметь из моих знакомых. Я вам честно скажу, бывают очень большие неожиданности. Люди развиваются, люди меняются, люди попадают в странные ситуации. Поэтому думайте головой, когда утешаете кого-то, чтобы не сделать глупость и гадость. Обязательно поддержите, обязательно. Человек придет со своей проблемой, а вы уже наготове будете в загаданный срок. И 2-0 у нас показывает, что это очень хорошее как бы предзнаменование для путешествий, поездок, переездов, а также новых знакомств и просто встреч. И я так считаю, что нужно открываться новому. Поэтому вот в тот период, когда вы загадали, вам новые вот эти встречи, путешествия, дороги, знакомства открывают, скорее всего, в жизни большие перспективы, особенно для процветания, богатства, для заведения связей нужных. И ничего не бойтесь, а лучше открывайтесь людям, потому что если вы откроетесь, у вас все будет отлично. Ну, вот такая вот у нас позиция по тем, у кого в дате рождения, вернее, ну, в дне рождения есть тройка. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал eLife, а также школу Таро Альвиен. Напоминаю, что это было древнее гадание на домино. И домино было изобретено, выдумано именно для гаданий, а игру придумали уже потом. Поэтому знайте, что это вот одно из самых древних гаданий. Всем пока и до новых встреч!